К вынужденной эксгумации прибегли власти бразильского Сан-Паулу. Они высвобождают места старых погребений на кладбищах, чтобы была возможность захоронить людей, скончавшихся от коронавируса. Раскапывать разрешено могилы людей, которые были похоронены как минимум 3 года назад. Их останки перевезут в другое место. По словам властей, мера эта вынужденная, так как мест на кладбищах не хватает. За последние сутки в стране от коронавируса скончались почти 4000 человек. Ежедневно ковидом заражаются свыше 75 тысяч граждан. Власти страны бьют тревогу. Для предотвращения распространения инфекции в крупных штатах введен локдаун.